когда засвечены и не видно, что, блядь, на фоне происходит. Заебись выглядит. Момент такой. Надо сделать так, чтобы ты на свет не встал. Пошел ты нахуй, Жулин. Пошел ты, блядь, нахуй. Реально всех заебешь. Продажная кремлевская съемка. Мы пришли, да, а там пол, он просто грязнющий. Офигенно, да, то, что надо. Что ты меня зовешь? Что? Я тебе говорю, говно сними. Да не меня. Just the main one. Вот ты... Я, like, you know, it. Пока покажу нашим зрителям, что у нас есть здесь еще. Это LH House. Вот так мы поднимаемся, есть всегда дверь в таких домах, в которые ты не войдешь. Надеваем тапочки, которые малы. И выходим. Убита. В смысле, ты его же выгнала? Привет. Егор. А, я Лиза. Мы же бэкстейджи, как мы на сильно. Телефон не умер? Нет. Не умер. Ну чё? Бонька. Да, я поснимаю. Все. Так, короче, камера у режиссера в руках. Это Тарарова. Чё ты делаешь? Я крашу детей, видишь? Чё? Я их не украла из дома. У меня камера в руках. Вот их мама. Всё нормально. Им заплатили чукопаемые киндерами. Кружка с кем? С медведем? А где с Путиным? So, like, you cut them together and also you can also do some single shots. With some shit. Okay, I get it. Yeah, would be sweet. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 이재용이라고 해요. Как дела в Казахстане? Кумыс где? Кумыс где? Кумыс где? 아, 여자친구 만나러 한국 여기 러시아 왔는데 여기 아주 좋고 이 다음에도 또 올 거예요. 네. 마요네즈. 예스. 진짜 정말 맛있고요. 밥 비벼 먹으면은 계란프라이 싹 하나 탁 해 갖고 밥 비벼 먹으면 아주 기가 막히다고요. 꼭 사 먹어 보세요. Что-то делать. Вот так понятно. Жрать собралась. Понятно. Голодный ребёнок. Тебе там комфортно живётся? Очень комфортно. Бутылка в жопе. Не 6,5. Всех выебали в жопу, как обычно. Юки мне в кофе не гости. Вырежи ты нахуй. Слышь, я тебя потом порежу. Так, у нас есть самовар. У нас есть жигулевская. Столичная. По-россиянски. По-россиянски, все по-россиянски, все по канону. Россия! Россия! На работу клоуна забралась. Да, если хочешь срать, то придется терпеть. Не ёбаю. Да, я пишу сценарий. Здесь съемок. Мы уже должны снимать, Лиза. Так, кому сок? Нет! А если ты вообще попробуешь, едите вы нет. Батя сказал, вы едите салат. Понимаете? Выпьем за... Давайте выпьем за здоровье, любовь, за детей. В общем, ура! Ура, ура, ура! Короче, шутку хочешь про... про белоснежку, дюймовочку и хуйсосы? Тише! Это единственное слово, которое я матерно здесь не скажу. Это был бы такой топ, типа, знаешь... Дети сидят и я бошку себе просто разбивают. Блять, это прям вообще. Да, классно. Слушай, он в роль вошел, как батя. Чего только голова твоя сегодня повидала? Он там живет. Клип не лифт, а разно в моей башке, блядь. А пельмени вылезают упавшие?
Есть, есть. Давай. Дима обрезал Иру. Дима, я тут. Сереж, ну потом. Не беда, да. Да, конечно. Мне. О, боже. Два, три. А ты чё руку-то не положила? Как ваши ощущения после зрения в торт? Прекрасное ощущение. Мой муж. Обмазывайся вот так, потом максимум. Это типа, когда батя въебал тех таблеток. Серёг.